Друзья, всем привет на Игорь Скараж канал. Надеюсь, у вас настроение хорошее. Сегодня у нас будет такой необычный видос. Но перед тем, как начнем, друзья, хотел сказать всем большое спасибо. На канале уже 13 тысяч подписчиков. Это просто офигеть. Я такой 3 года назад или 3,5 года назад даже не мог представить себе. Так что всем большое спасибо, кто меня поддерживает. Поддерживайте вашими комментариями, вашими лайками. Ну, самое главное, что вообще смотрите мой канал. Короче, от всей души большое вам спасибо. И извиняюсь, что в последнее время мало видосов выходит. Просто, друзья, не успеваю, очень много работаю. И обратно к теме. Недавно ездил с моими сыновьями на такой аутокросс-фанштальт. Короче, там гоняют на машинах, на багги. Друзья, я нахожусь на штокка-гонке. И смотрите, кто первый. И там, друзья, заснял я офигетельный Golf 2. Когда я его увидел, мои пацаны тоже сразу сказали: «Во, папа, смотри, какой крутой Golf 2!» И знаете, друзья, что прикольно? Этот Golf 2 даже выиграл, он первое место занял. Это было такое большое гоночное соревнование у нас недалеко от меня. Где-то 12-13 километров. Можно сказать, под носом. Там было так круто. В этом видео просто заснял для вас этот Golf 2. Я думаю, каждый фанат Golf 2 оценит это. Думаю, будет интересно. Это был полноприводный Golf 2. У него где-то 200 с лишним лошадиных сил. Блин, мощный он. И он, конечно, друзья, и победил. Желаю вам приятного просмотра. Надеюсь, вам будет интересно. Ну, а следующее видео, которое выйдет на канале, друзья, об этом Golf 2. Это тот Golf 2 проект, который я выкупил у моего другана. И последний раз я делал обзор на него. Короче, друзья, там я уже расскажу вам, какие планы на него, что будем с ним делать. Ну, а сейчас хорошего вам просмотра и всем пока. Друзья, он уже 3 раза ехал и 3 раза в первое место. Задний дифференциал у него от Audi S3. Короче, на ней ничего оригинального нету, только кузова. Смотрите, офигеть, друзья. Какая красота. Смотрите, пороги тоже уже усиленные, наваренные, чтобы удар выдержал. Офигеть. Доктор? Да.
Дойнема. Друзья, вот это Golf 2, офигеть! Was für ein Hubraum? Wir haben 2 Liter. 2 Liter? Ja. Yeah. Der Hammer. Bist du gefahren? Ja, echt gut. Wie steht's insgesamt? Wertung? Ich habe in den Computerschraubs stand wieder 3. Ja. Und jetzt noch einmal fahren, Finale. Bestimmt Erste. Guter Fahrer, gutes Auto. Ja, guter Fahrer, gutes Auto. Ja. Und Golf Auto 2. Auto ist gut. Ja. Von wo kommt ihr aus Holland? Apeldoorn. Apeldoorn. Ja. Ich habe 10 Jahre in Nijmegen gearbeitet. Das ist klein bisschen Nederlands kann ich mehr. Ja. Ручек нет. Там. Da sind überall Thermobänder, siehst du, die so umgewickelt sind, damit er nicht so viel Wärme verliert und der Motor auch nicht so viel Wärme abbekommt. Das ist ein Notausschalter, ne? Das hatte ich bei meinem auch. Ja, bei dem Weißen. Boah, guck, was für ein kühler Radiator, bitte, voll schön. Wahnsinn, ey. Das ist vom Feinsten. Ha? Der kommt aus. Ja?
603, 602, 666.